Международный форум «Брестская крепость на перекрестке дорог и эпох» собрал в городе над Бугом около сотни гостей из славянских стран и государств СНГ. Среди них не только педагоги великого и могучего, но и те, кому близка русская история и культура. В списке участников именитые академики, известные профессоры, историки и филологи. Мероприятие подобного формата ВУЗ принимает впервые. Такому количеству желающих поучаствовать в нем только рады. Форум посвящен 70-летию освобождения Бреста, Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Он собирает широкий круг, прежде всего, преподавателей русского языка и литературы, историков, философов, культурологов. У нас есть даже гость из Москвы, доктор медицинских наук, который проявляет огромные интересы к литературоведению в том числе. Эта конференция, как, кстати, и многие другие конференции, мероприятия, которые проходят в стенах нашего университета, направлены на формирование вот этой гражданской позиции будущего педагога. Именно это важно, потому что педагог, придя в школу, у которого сформирована гражданская позиция, любовь к своей стране, к тем ценностям, которые приняты в нашей стране, могут это транслировать и воспитывать у будущих граждан нашей страны. В течение 4 дней участники форума проводят встречи на нескольких учебных площадках города. Задача подобных мероприятий – обратить внимание на богатство русского языка, его особенности и мелодичности, рассказать об истории становления российского государства как самостоятельной и независимой державы, на защите рубежей которой стояла Брестская крепость. Подобная тематика форума оказалась весьма интересна участникам. Конференция с такой же тематикой «Брестская крепость на перекрестке эпох и дорог» она также запланирована и на будущий год в это же время. И я так думаю, что это будет ежегодное мероприятие. Начало берет вот сегодня, это первое организационное, скажем так, мероприятие, а дальше оно будет уже ежегодным, традиционным, как это очень хорошо умеет делать Брестский университет имени Пушкина и инициатор всех этих мероприятий, которые посвящены русскому языку и литературе, Татьяна Васильевна Сенкевич. Конечно. Ездить не так просто, мне уже 78 лет, но все-таки я всей душой прилепился к Бресту, вот, к Иванову, к Достою, я сюда с удовольствием езжу. Мой доклад в этом году называется «Числа у Достоевского». Я прослеживаю хронику чисел у Достоевского, а он был человек верующий, религиозный. Для него Евангелие, числа в Евангелии, все имело большое значение. Форум еще не завершился, однако его участники уже планируют темы будущих работ и публикаций, ведь объединившая их здесь, на Берестейской земле, русская духовная культура богата и многозначна. Впереди новые планы и новые открытия, которые, уверены ученые-мужи, не заставят себя долго ждать.